серьезно стало. Вот так вот я сейчас на тебя смотрю в жизни, понял? Это бобер. Сейчас зарет. Сейчас. Смотри, у меня есть кот. Ты ж кот, дебил. Я его съела! Всем привет, котята, меня зовут Лана, и сегодня мы будем узнавать, кто из нас какой мемный кисик. Вы знаете, какой вы мемный кисик? Я, наверное, тот, которого вот так в полотенечко закутали, он такой темненький, с немножко белой мордочкой. И он такой сначала мяу, а потом такой Да, это я. Неплохо. Я решу чуть позже, я не могу так вспомнить прям. А как понять вообще? Нам надо, наверное, найти... Так, у меня есть какой-то экшен. Ну, похоже. Да. А ну-ка, я могу бегать. Не то чтобы это очень важно. Так. Так, а ну-ка. Так, экшен работает. Ладно. О, Ульяна! Ульяна, это буквально чипи-чипи, чапа-чап. Действительно, так и есть. Тут даже звук, ну ладно. А неужели нам доступны все коты? О, нет, некоторые. Хватит меня лупить. Слышь? Нет. Вот что я думаю об этом. Лен, получай, ты тогда. Давай на него мне мяу-мяу-мяу сделаем. Ой, нет. Ой, все, придется вот так вот тогда. О, нет. Нет, не плакай. Ульяна какая-то очень серьезно стала. Вот так вот я сейчас на тебя смотрю в жизни, понял? А экшен есть, Ульян? Я только что бил. Извини, Ульян, все, тупо я теперь. А экшен, Ульян, есть экшен? А, нет экшена, нет. Кстати, нет экшена? Кстати, у некоторых, да, нет экшена. Я ору очень громко. Но вы это, возможно, не услышите, потому что в этот же момент как была бы, музыка, другие которую, действия, да, не надо, наверное, использовать. О, боже, это не кисик. А что здесь делает... Да. О, вот я. Да. Что здесь делает коза? Не знаю. Ну, явно... О, господи, ее можно остановить в любой момент? Да. Ребят, я нашел себя! Ой! А ну-ка. Подожди. А, он не черненький, значит, черненький другой. Ну, значит, там подобная какая-то штука была. Ну, значит, вот это я все равно. Это я. Это тупо я. А, еще вот такой вот, это тоже я. Это тоже ты. А пойдемте куда-то кисиками. Так, я перестану быть козой, наверное. А вот те, которые заблокированы, их надо найти на этой карте или как? Не знаю, наверное. Я иду их искать. У тебя прикольный чел. Я вот так буду передвигаться. Ульяна, не плакай, пожалуйста. Пойдем. Хорошо, не буду. Пойдем искать кисиков. Я не сразу поняла, как работает этот экшен. Это тоже обожаю. Что ты? А, да. Да. Ладно, ты куда делась? О, я тут нашла кисика. Клубнисика. Клубнисик? Это наш. Клубничный кот. Клубничный кот. То есть все-таки некоторых котов надо искать. Давайте искать. Давайте искать. О, нужно... это тоже я иногда. Где? Так это не кот. А, вот. Это бобер. Сейчас заорет. Сейчас. Да. Заорал. Это я. Так, да, надо смешно. Попробовать быть каким-нибудь другим кисиком. Потому что этот не очень, он так не передвигается почти. О, вот этот. Это я. У него нет анимации, эмоций, блин. Ну давайте пойдем. О, тут машины есть, ничего себе. А тут можно, сюда можно пройти в комнату какую-то. Что тут есть, что, не? Ульяна, классный кисик. Мне нравится, когда он ест всякие элементы химические. Там, в мемах всякие, например. А, да. Химические элементы. Я бы сказал, не просто химические, а радиоактивные часто. Ну да, но они так хрустят прикольно. Да, хрустят прикольно. Не ешьте радиоактивные элементы. Не нужно. Тут можно что-то просканировать. О! Кондитерские изделия. А я продаю, я работаю. Вот ты, блин. Я думала, это Ёша тут внезапно появилась. Нет, не Ёша, а из того, что мы что-то купили, так появилось. Ого. Анимация котика. О, господи, сколько всего, почему все
Это я. Уронилась. Надо все просканировать. А можно мы тоже можем что-то купить? О, боже, это собака. Вообще очень странно. Тут есть еще какой-то мод. Так, секундочку. Ну, давайте вот это вот. А что это? Не совсем понимаю, но я установила какого-то кота. В смысле, куда? Не понимаю. Мод. О! О! Это не кот. Это не кот. Вот я тоже думала, что тут будут... Пепе. Пепе-фрог. А можно в машинку? Ой, это нет, кот! Где? Машинку можно двигать? Где Нянка? Да. Обожаю. Он редкий. Опа, тут какой-то второй этаж. Действительно так и есть. А, ой. Блин, мне так немножко... А я чипы-чипы нашла второй раз. Как? Вот тут. Где? Чуть ниже. Вы ушли? А там она ниже чуть-чуть. Это где? Это вот тут или еще ниже? Вот здесь, да, вот здесь. Вот она. О! А, ну да. Вот есть у вас? Так, подождите, это новый, что ли? Ну, не знаю, это безрадужный какой-то. А ну-ка, а ну-ка. Ой, какой задумчивый. Надевайте. А ну-ка, радужный чемпион. А-а-а, он действительно радужный. Прикольный. Немножко, правда, тут поотрезали ушки, но, в принципе, да. А будто бы в обычной тоже так, если не ошибаюсь. Ну, может быть, здесь просто немножко они по-странному вырезаны сюда, в эту игру, поэтому... А это не, А у нас уже есть, если это что. Купить это за 2000? Но он же что? У нас есть так уже. У нас же есть. Нет, это типа просто... 3D-шный. Наверное, у меня есть деньги. Вот тут милый кот редкий. Вот милый тут, кот вот редкий. Тут. Требуется срочно. Я хочу. Хочу переключить. Надо найти его только сначала. Вот он. Он тоже без движения. Ну, ничего. Пойдет. А вот там вот тоже что-то вижу. О, чего? Тут какой-то чел есть в закоулочке вот тут. Попался. Так, сейчас, секундочку. А мы тут с Ульяной получили. А он сразу берется. Вот там вот, направо сразу. Так. Дважды направо. О, боже. Какой-то он жуткий. А, это Cartoon Cat. Да-да-да, был такой. Но не уверена, что я хочу им становиться. Господи, тут край бордюра, я думала, что это край карты. Вот так можно подумать, что это бесконечная вселенная там где-то. Так, такое ощущение, что стало больше котов. Ой, я хочу вот этого открыть. Больше котов будто бы доступно. Так, давайте отмотаем. Ой, тут в спортзале нашла. Так, секундочку. А ну-ка. Тоже неплохо. Так, а как пройти в спортзал? Там от входа недалеко. Около Догдея. А я аж сразу два кисика. Как так? А вот так. О боже, секундочку, вы сюда реально зашли, тут как-то гличуется. Что? Ребят, я куда-то перешла в какой-то дом страшный. Что? Там, где был Dog Day, там можно телепортироваться. И меня, кажется, телепортировало. И где ты? Я вот не знаю там, куда меня телепортировало, мне еще и бейдж дали. Ладно. Какие-то комнаты. Кстати, что делают эти кисики? А, они смотрят туда-сюда. О боже. Тут очень страшные ребята, это какое-то проклятое место. Но я не один кисик, я два, поэтому мне должно быть не очень страшно. Правильно? Угу. Ну да. Ну да. Мне один посветлее, другой потемнее, они такие немножко даже пятнистые. Ладно, пойду-ка я отсюда. Не уверена, что я хочу тут все скины забирать. Так, я вернулась. И... А вы тут? Я около Догдея, а ты? Я вот там зашла. А вы не видели, что там можно, в общем, ну, попасть куда-то? Не. Хм, очень странно. О боже. Слышь. Я вот сюда вот заходила, тут гличевалась, я зашла. Так, где спортзал? Покажите мне. А где ты вообще? А где ты? Так вот я рядом с вами. А, мы тебя не видим. Я призрак. Сейчас я стану. Вот смотри, вот спортзал. А вот так вот. Я появилась? Да. Да-да, вот сюда. Я была призраком, тут... я хотела в окно зайти. Есть вот котик, который я, вон там вот за лестницей. Слушай, а он не такой вытянутый, как ты. Да? Радужный кот. Он тут прикольный. Был такой сплюснутый, а ты вытянутая. Очень странно. Но это он, понятно. А ну-ка. Кот-дремот. Где кот-дремот? Наверху, наверху. А, вон там наверху. Да. Вот тут, по лесенке. Интересно, что я могу делать. Ага. Я действительно какой-то боксер или кто? Ну, в общем, лапками подергал, пойдет. О, а тут еще и этот твой любимый синий с белой шляпкой и в белых штанах. А-а-а,
Смурф-кот. Да, 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 да. Смурфик. До сих пор не понимаю, почему его назвали Шейлушай, но да ладно. Непонятно. Так, ну, отлично. Кстати, ребят, вы можете... Блин, я хотела... Я думала, надо спрыгнуть в корзину. Но я поздно об этом подумала. Так вот, ребят, можете написать, какие ваши мемные киськи самые любимые. Посмотрите, что это. Вау. А откуда у тебя эти котики? Они в самом конце. А, это, знаете, блин, я видел таких в ТикТоке. Да-да-да, но не такую толпу. Да, по одному обычно. И не всегда кисики. Так, кто еще есть? Есть вот такой. Он называется космический кот или кот-пробел. Наверное, не знаю, как это перевести. Кот-пробел? Ну, Space, типа. А, так, а этот? Этот какой-то разочарованный. Давайте еще посмотрим всех доступных. Так. Ладно, это даже со звуком надо, мне кажется, без вариков. А вот этот, о, он прекрасен. Ничего не говорит, конечно, но он хорош. Но смотрит классно. Да. Да. Тут, кстати, можно понять. Ой. Блин, ладно, это идеально. Мы смотрим друг на друга с Ульяной. Так. Это Ульяна такая, ты видео записал? Я такая, нет. Да. Примерно вот так это. Кстати, тут можно определить, какой котик... О боже, это что такое? Ого. А, если... Бургер. Да, если котик выглядит не слишком... Фига, он рот открыл. Да-да-да, он хотел съесть весь бургер, видимо. А, так вот, если кисик выглядит не очень... А вот этот вот, да, снова. Да-да-да-да-да-да. Если кисик выглядит не слишком хорошо вырезанным, значит, он... Ну, Ёж, я не могу из-за твоего танца закончить мысль. Значит, это будет видео с кисиком, потому что фото кисики обычно хорошо вырезаны. А этот кто такой? Прикольный. Он издает очень милый звук. Да. Такой. А этот что делает? О! Я такого даже не видела. Такой, как сова прямо. А этот что делает? Тоже танцует. Танцует. Ага. Нормально. Так внимательно что-то читает, действительно. Да. О, Ульян, мы с тобой почти. Я могу не двигаться, и мы будем... Как будто ты хочешь чихнуть, если ты не двигаешься. Так Ульяна тоже. Похоже. Давай ешь какого-то подобного кисика, и мы будем все засыпать тут. Пойдет, пойдет, прикольно. Не знаю, что за экшен у него. Мы встретились. Ой, а это что такое? Он отдыхает в любом случае. О. А это что? Я думала, я крутая кошка, это у меня. Какая очки. Улитка? Ты чё? А кто? Написано мутационная. Вот в это я больше поверю. Ну, скрестили с улиткой. Не знаю. Блин, ну почему они в таком качестве? Почему они не могли их получше вырезать сюда? Это же даже не видно, что это. Возьми и сделай игру получше. Я подумаю. О. Ты хочешь есть? Да. Ты не ела еще? Вроде ела, но я не помню. Я кисик, поэтому можно сказать, что не ела. Что это? Что? Вот это. А, это просто мячики заспавнить можно. Господи, я думала, секретная дверь. Почему меня мячик пнул? Эй, помогите. Так бывает. Так, тем временем у меня 2000 денег. Я могу купить себе того кота. Пойдемте в магазин за котом. Давай. Кажется, он где-то здесь недалеко продавался. Помнишь, да, где он? Ну да. Ой, подождите, нет. Разве не на улице, подожди? На улице. А мы тут не были на втором этаже? А тут что? На втором не были, да. На втором не помню. Получить дом? Это мой дом. У меня тоже дом. А где дом? А почему пятна написаны? Современный номер, вот у меня. Так, у меня есть вот такой дом. Понятно. Ладно, я хочу другой. Хочу так обычный. Нормально, типа... пойдет. А кухонька? Так, а я... Вот это. О. Кухонька неплохо, потому что кухонька я здесь круто, да. Как раз хорошо смотрюсь. А, ну да. Размером с холодильник. Да. Такого кота, конечно, прокормить сложновато будет. Так, и вот этот модерн тоже неплохо, неплохо, даже пальма есть. Так, ну мы хотели купить кота. Это что еще такое, во-первых?
Ай. Что они здесь делают в воде? Чего? А во-вторых, это джакузи для котов. Я могу Чего здесь нет? просить еду? Могу. Нормально. Так, ну я хотела купить того кота, как спуститься. О, может спуститься очень быстро. А фабричные ворота это не то, что нам нужно? Нет, кажется, мы можем туда потом попробовать в другой раз. Так, вот здесь интересно, тебя передают машины, если она будет ехать? Потому что я видела здесь машины, и они решили не ездить, да, когда мы вышли проверять. Кажется, вот здесь продается этот кот. О. Я не знаю зачем, но я хочу купить его. 2000 да, это довольно много. А-а-а. Машина может тебя... Блин. Передавить, да? Да, ну типа ок, ты просто встаешь, идешь дальше. Смотри, у меня есть кот. Я его съела! Господи, какой кошмар. Ты совсем? Да чего? Все, я с тобой не общаюсь. Я тоже ушла. Я не знала, простите, я не знала, что... Ну ведь я голодный, кисик. Это не оправдание. Ладно. Я не знаю, почему я решила выбрать именно его сейчас. Ой, Ёша, хочешь, я тебя съем? Нет. Это в память о том кисе. Нет, только не это. Написано, что он злой, но также он может быть в ужасе из-за того, что съел другого кота. Да. Слушайте, ребят, ну, возможно, мы еще... Ну да, мы не нашли еще какое-то количество котов и не проверили какое-то другое количество котов. Но в целом я считаю, что это прикольно. Вы можете сказать, какой кисик ваш любимый из мемных. А я думаю, что на сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Пока!